Команда инженеров компании Boston Dynamics устроила презентацию новых человекоподобных роботов. Роботы синхронно и в тандеме занимаются паркуром и преодолевают препятствия. В штаб-квартире компании построили площадку, чтобы продемонстрировать, как роботы умеют выполнять сложные трюки и держать баланс, подобно акробатам. Машины бегали, поднимались и спускались по лестнице, а также перепрыгивали балку и выполняли синхронное сальто назад. Boston Dynamics назвали это новым поколением мобильности и спортивного интеллекта. Над этой серией в компании трудятся с 2013 года.